хочу вам сообщить, что в ближайшие 3 недели Израиль нападает на Иран. И советую всем уже выбрать нужную сторону. Ваш выбор очень важен. Я уже выбрал свою сторону. И мы таки уже побеждаем. Не каждый может похвастаться хорошим оператором. Я тоже. Еврейско-вьетнамское сообщество города Павлодара спешит вам сообщить, что американцы таки добрались до нашего неприступного города. Пряжьте нефть, девственниц. Они приехали. Все золото, зубы тоже снимайте. 15 числа приедет Аиша Фукушима с мирной экспедиции. Отключайте колонки, кран с нефтью, газ. Скажите, что вы не знаете, что такое газ. Даже если вас спросят, вы перебите, вы не говорите, что... 15 числа в ГДК будет проходить рэп-вечеринка с настоящей рэпершей. Не такое вот, как у нас. Не такой, как мы, в общем. Приходите, посмотрите, будет очень весело, зажигательно. В конце будет... Мы на разогреве у Аиши Фукушимы, но боимся, что мы все испепелим и нечего будет разогревать. Как-то темно. А чё вы все голые? Зачем вы штаны спустили? Не, ребят. Не надо. Видите, что я буду делать? Хорошо, что к маме не говорить. Да блин, не смешно, пацаны. Да не ел я печеньки, честно. Ну что вы, надоели. Давай. I'm feeling good.